Это тот случай, когда награда сама нашла своего героя. Точнее, потерянный боевой орден ветерана Великой Отечественной войны нашли и передали правнуку законного владельца. Мы знаем, что есть наградной лист, есть номерной знак ордена, да, что его владелец такой-то, такой-то. Есть где награды, ищут долгие годы и, к сожалению, не находят. Вот этот случай, я скажу, он даже, да, больше уникальный, чем правило. То есть все сошлось, как пазл какой-то, да, что вот все идеально подошло, и родственники жили в Барнауле, и сам ветеран жил в Барнауле. В военном историческом обществе поиск родственников героев сравнивают с поиском иголки в стоге сена. Процесс может занимать долгие годы и не всегда завершается успешно. Так что сегодняшний случай смело можно назвать уникальным. Он один из тысячи. Это честь вручить родственникам ветерана Великой Отечественной войны эту столь долгожданную награду. Это не просто орден, это кровь, пот миллионов бойцов. Орден Великой Отечественной войны второй степени присвоен барнаульскому бойцу Хавкунову Петру Федоровичу. По случаю его возвращения на торжественном мероприятии собрались три поколения родных ветерана – дети, внуки, правнуки. С грустью и благодарностью в глазах они вспоминали, как прадед рассказывал о тяготах военного времени. Воевал, не сразу вернулся, еще восстанавливали они мосты, потому что много урона было во время войны, контузия была у него. Как бы нелегко ему там было, но продержался. Как он рассказывал, во время обстрела откидывало в воду, их доставали, они отсиделись, отходили и дальше работают. Также в преддверии Дня памяти и скорби в сквере на территории школы номер 126 установили таблички с именами героев. Среди тех, кто удостоен чести быть занесенным на монументальную композицию «Дерево памяти» – артиллеристы, разведчики, танкисты и другие герои. Мне кажется порой, что солдаты с кровавых и пришедшие полей полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Сегодня монументальная композиция – это 239 табличек с именами участников Великой Отечественной войны. Елена Кузовкина, Мария Костылева, Дмитрий Денисов. День с толком.